Вы упомянули взаимодействие с министерством. Как вы оцениваете деятельность Мутко на посту министра? Прекрасно. Угу. Олимпийские игры, чемпионат мира прошел идеально. Что можно сказать? Когда вот про министра задавал вопрос, то, конечно, я имел в виду перейти к теме такой, про которую политики не любят говорить. А вы политик, поскольку вы депутат. Себя видели вы министром? Чего? Спорта. Чего? У нас нет министерства футбола. Вопрос какой? Да, было одно время, значит, где я конкурировал с Виталием Леонтьевичем. Мы боролись за пост президента Российского футбольного союза. Вот, значит, я ему проиграл 60 голосов всего. Но действительно я сознательно шел, значит, на пост президента РФС, потому что у меня была программа. И вы, наверное, читали эту программу. Программа очень интересная, вот, которая реформы очень большие были. Вот, но тогда проиграл. Вот. Я думаю, что тогда у Виталия Леонидовича было и возможностей больше, и административных. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, так сказать, все-таки в любом случае считаю, что пока мы не проведем глобальные реформы существенные в российском футболе, а сегодня после чемпионата мира мы видим, какие великолепные стадионы построены, мы видим, какая великолепная спортивная инфраструктура. И посмотрите, люди уже с семьями ходят на футбол, потому что удобства совсем другие. Значит, и я думаю, что сегодня наш отечественный футбол должен подняться до уровня нашей спортивной инфраструктуры. Вот тогда, значит, мы будем действительно в Европе занимать ведущие позиции. Но сегодня, как вы понимаете, значит, мы пока не конкурентоспособны на европейской арене. И для того, чтобы сегодня соответствовать, мы должны выигрывать, хотя бы, так сказать, или участвовать в финалах, полуфиналах таких престижных турниров, как Лига Чемпионов и Лига Европы. Вот тогда будут говорить об уровне нашего футбола в нашей стране и за рубежом.